Пришло время отправлять ссылку на именной свадебный сайт приглашения. Мы уже настроили дизайн, внесли гостей и активировали сайт приглашения. На сайте есть несколько удобных способов доставки приглашений – через социальные сети, email, мессенджеры или SMS. И самое главное, вы сможете отслеживать подтверждения от ваших гостей прямо в личном кабинете. Переходим во вкладку «Приглашение». С правой стороны от имени гостя будет иконка бумажного самолетика. Наводим на нее и нажимаем. В выпадающем списке появятся три варианта – по SMS, по email и мессенджеры и соцсети. Отправляем приглашение с помощью SMS. Гостю придет сообщение от отправителя Wedding Post, где будут ваши имена и текст приглашения с персонализированной ссылкой. Вы можете активировать тариф, который включает в себя пакет SMS. Также всегда можно докупить дополнительные сообщения, если это понадобится. Как докупить больше SMS-сообщений? После активации сайта нажимаем «Улучшить тариф», затем пункт «SMS». Здесь можете выбрать подходящее количество. Количество SMS отображается здесь. Через кнопку «Плюс» тоже можно докупить сообщений. Хотите отправить приглашение через любимый мессенджер или соцсеть? Нажимаем на пункт «Мессенджеры и соцсети». Здесь одной кнопкой копируется текст и персональная ссылка для нашего гостя. Все, что вам нужно сделать дальше, вставить ее в ваш личный чат и отправить. Отправляем приглашение с помощью электронной почты. Это отличный дополнительный способ. Выберите опцию «По email», и приглашение будет мгновенно отправлено на указанный адрес. Убедитесь, что адрес верен, его всегда можно отредактировать. После того, как гость нажмет кнопку «Подтвердить», он увидит яркую анимацию, а в вашем личном кабинете имя приглашенного загорится зеленым. Когда вы отправите гостю ссылку любым из способов, рядом с именем появится статус «Отправлено гостю». Когда гость подтвердит присутствие, его статус сменится с серого цвета на зеленый. Если вдруг у гостя не получится приехать на свадьбу, а ранее он уже подтвердил приглашение, то вместо кнопки «Подтвердить» в приглашении будет стоять кнопка «Отменить подтверждение». В этом случае имя данного гостя загорится красным. Вы всегда будете в курсе, кто точно придет на ваше торжество, а кто, к сожалению, не сможет. С сайтом-приглашением вам не придется беспокоиться о том, как доставить приглашение до ваших гостей. Теперь вы сможете сосредоточиться на самом важном – радости от предстоящего события.